Всем привет, дорогие подписчики, с вами Лорд Прайм, командир клана Рейнс. И пересели мы немного всяких СТ-шек там, короче, вот ТТ-шек, и сели на Фош 155. Танк, который, ну, мне нравится, из ПТ-шек, короче, ну, мне самое больше нравится этот танк, короче, скажем, Вафля вот и Фош. Не знаю, кому как, кто не умеет, конечно, на Вафле играть, тому может не интересно, но... Мне нравится. Умею на танках без брони играть, скажем так. И вот один танк, короче, хоть, конечно, и с броней какой-никакой, но Фош 155 это тема. Просто аппарат мечта. Хорошо, что хоть его немного апнули, скажем так. Не 3 сведения сделали, а 2,8. То есть это, скажем так, очень хорошо. Ну, в принципе, что там можно говорить? Можно, в принципе, я думаю, двигать куда-нибудь. Хватит беседовать, трындеть, скажем так, и надо действовать. В общем, короче, решаю пока в данный момент вот здесь где-то поработать по вот этим тяжам, кто там поедет. Единственная, скажем так, задача — прикрыть соточку, семерочку, 704 уже на месте. Уже все, забил, мудак. Позицию. Люблю на этом танке, короче, нагибать. Скажем так, после обновы, как сделали 2,8 сведения, ну, немного лучше, скажем так, скажем, повеселее. Конечно, можно было бы еще немного улучшить, но уже навряд ли. Куда уже, типа, как забрали козлы 200 лошадок. Итак, вижу ИСа 7. Итак, вижу, выцеливаю. На! Прошел урон. Получи, семерочка. Итак, стоит. Ну, давай. Еще в щеку. Отлично. Еще урон прошел. Ну, последняя пуха. Все. Есть. Пацан в ангаре. Нехрен было задирать в жопу. Арта работает. Все, 1600. Забрали 704. Я петляю. Я просто петляю. Немного зацепило, конечно, меня. Вижу там еще, конечно, вообще нормально. Тут борщ. Коричневый пацанчик. Там еще и хэви. Ё-моё. Я уклонился, как матрица от снаряда хэвика. Повезло, можно сказать. Ну, уже 250 есть дамага. Отлично. Один фраг, конечно, ушатал. 2-1. Урон больше накидывает. И больше отправляется в ангар. Такое ощущение, что все просто на минном поле ездят. И просто рядом со мной умирают. Я как хрень его знаю. Коса с смертью. О, Фоч. Видите, что пишет? Фоч, ты чит? Да, я читер, короче. У меня ж тут эти пароли там, всякая хрень там на бессмертие, на ремонт там. Вот, КД одна секунда. Да, я читер, я супер-мега читер. То есть, дебил, короче, блин, с 891 КПД. Ой, 47 статуи, говорит, что я читак. Ну да, я читер. Если будешь смотреть видео это, то знай, я читер. У меня снаряды даже с пробитием 600 мм. Итак, тут у нас хэви. Я дождался этого пацанчика. Он уже горит просто. А вот еще тебе урончик. Ну просто. Второй фраг. Мне пишет конь, как... А не мне, это кому-то накинул. Я думал, мне. Я не здесь. Так что вот так вот, короче. Так, секундочку. Итак, я тут немного отвлекся. В общем, короче, мне арта. Ну, конь, естественно, закидывает, я понимаю, надо переехать, откдешиться, переехать. Ну, тем не менее. 3700 дамага, 2 фрага уже у меня в копилке есть. 490 несчастного натанкованного, скажем так. В общем, КД6. Едет коричневая Е75. В общем, я понимаю, что хоть и коричневый, но этому дебилу надо помочь, потому что там Фош Е75 тоже прикрывает. И у нас как бы такой, отлично, Е75 и Фош. Все один в один. В общем, короче, едем мы, помогаем этому придурку. Ну, что же сейчас будет? Я думаю, сейчас Е75 отправится в ангар, хоть и фловы.
Ах, я не поставил и попадаю его в НЛД. Тут я еду, меня не хватает у Вейна, сука, откатываюсь назад. Блюха, на. Нормально, пацанчик. Ну, еще разочек. Вангар, третий фраг. Пиздец. Ну все, ухожу, короче, на КД, прячусь от арты. Желательно от коня, остальные как-то по барабану. Вот конь такой опасный, пацан. И тут коричневый, ну, просто дебил. Выкатывается еще и боком, еще и просто подставляет каток, чтоб поставили. Ну, хоть пробил. Хоть пробил, зашибись. Где же арта? Почему не снимают фальш? Все, забрали дебила. Молодцы, просто молодцы. 9-7 счет. Как-никак тащим. Уже почти 5000 дамага. Что же делать? Тащим дальше. 10-8 счет. Да, еще фуловая вафля. В общем, я понимаю, что фошная на КД, это однозначно. И я со всех сил 46 секунд КД петляю за ним. Еще есть возможность, не успеет пацан от КДшиться. Вот. Ну где ты, родной? Где ты? Опа, я в засвете. Кто меня, сука, светит? Кто светит? Фош, вижу фоша. Ну! Вангар! 5500 дамага, четвертый фраг. Вижу коня. А, парниша, вот тебе сдача. Вот просто забери ее. На, это тебе сдача. Еще один, и воином будешь. Пятый фраг. И тут бачат, вот кто меня светил. Шестой фраг. Вангар артався. 6300 дамага. Отлично, едем дальше. Просто едем дальше. 4586 КД, отлично. Просто отлично, едем КДшимся. Блин, тут арта, все, кирдык. Ну, не заберет. Ну, разве что ББ, навряд ли. Ну, стреляй, придурок, стреляй. Вот так, молодец, красава. Ты мне пушечку повредил, а я отремонтируюсь. И я тебя, сука, урою. 17-15, ну, я тебя урою. Еще немного, 13-12. Кранты тебе. Кто-то там горит 92 назад. Да, сейчас я поеду назад. Ни хрена. Я еду только вперед. 3, 2, 1. Косорыла арта не забирает, ничего не может. Забираю. Седьмой фраг. Седьмой готов. Здесь вафля. Твою мать, два снаряда. Ну, свожусь. Плюха. Ну, Уэнам не хватает. Стреляй, придурок. Стреляй, твою мать. На. Восьмой фраг. Восьмой фраг. Плюсик мне ставят. Отлично, почти 7700 дамага, бой затащен, ну, в принципе, короче, перешатал больше половины команды. Вот так вот, короче, тащит танчик Форж 155. Так что вот так вот, ребята, тащите, нагибайте, смотрим результаты. Всем удачных. Итак, ребята, вот, в принципе, результаты. После боя мастер, огонь на поражение, целеуказатель, лев Синая, дуэлянт, Костолом, короче, в общем, медаль Паскучи, медаль Редли Уолтерса, уничтожить 8-9 машин противника в одном бою, естественно, воин, основной калибр и, естественно, танкист-снайпер. Итак, что же сделала команда? В общем, вы видите, что эти дебилы, короче, сделали. 0 там практически. То есть 1000, там 1400. Еле-еле душа в теле. В общем, короче, тупо один человек практически вытянул вот этих даунов. Ну, 34 тысячи чистыми на фачу. Это просто вообще охренеть. А что тут натанковано? Ну, натанкована фигня там. Так что вот так вот, короче, бывает. Так что нагибайте, никогда не сдавайтесь. Всем удачных нагибов.